Максим Горький – это эмоциональный, логико-сенсорный интроверт. Эмоциональность, она дает Максиму Горькому четкость, обязательность. И этот тип, он любит жить в системе. График какой-то, вот план, чтобы был определенный, да, то есть обязательства, план, какие-то повторяющиеся действия, то есть это вот для этого типа свойственно. Человек с этим типом, он хорошо разбирается в системах, структурах, иерархиях, да, то есть это технарь. Сенсорика, она дает приземленность некую, да, вот такую, волевые качества определенные. Ну и интроверсия, она дает фокус на себе больше, да. Система, структура, схема, модель, иерархия, устройство, закономерности, да, то есть это все, в чем представитель данного типа, он в нем хорошо разбирается, в этом всем. Допустим, если это работник какой-то компании, да, и ему нужно наладить работу некой структуры, иерархии, да, ему нужно запустить, как бы, чтобы модель работала, вот, то этот человек очень хорошо подходит под эту должность, да, потому что он будет хорошо понимать вообще, где кто находится, на каком месте и каковы его обязанности. А сенсорика, в свою очередь, она даст возможность хорошо наладить эту работу, потому что этот человек будет требовать, он будет требователен к сотрудникам этой системы, да. Он сможет твердо и жестко, ну, так вот, то есть бескомпромиссно будет участвовать в том, чтобы это все работало. Человек с этим типом, он является специалистом в наборе информации и в ее структурировании, в анализе, как бы, этой информации и, соответственно, вытяжки, некой вытяжки из этой информации. То есть он может хорошо анализировать, может выводы делать, да, то есть, и по сути вот у него природный талант именно к этому, чтобы все это систематизировать, структурировать и изучать, как бы, да, изучать и налаживать эту систему. Да, он хорошо понимает расстановку сил, какой человек сильный или слабый, кто здесь главный, кто на второстепенных ролях находится, да, кто кем управляет. И причем Максим Горький видит не только вот эту структуру силовую, но еще и кто интеллектуально развит. Вот. И внешне этот человек звучит очень жестко, звучит такой жесткостью, не эмоциональностью. Да. Для близких людей этот человек, ну скажем так, он не тамада, да, то есть это не тот человек, который будет постоянно развлекать тебя и рассказывать анекдоты. Он будет так жестко, конкретно, так, достаточно сухо общаться и рассказывать. Если ты захочешь переубедить его, то, скорее всего, это не получится, потому что сама эта силы, те, которые были затрачены на какие-то выводы и на понимание, у этого типа они тратятся осознанно, да, поэтому если ты пытаешься его в чем-то переубедить, то вряд ли это получится, потому что это все было зафиксировано, четко проведена была работа, да, то есть все данные были собраны, структурированы, анализированы и был сделан окончательный вывод. Поэтому здесь уже нет вопросов, да. Если хочешь поменять как-то, это уже как бы нужно время опять, чтобы собрать данные, чтобы опять структурировать и опять нужно сделать вывод очередной. То есть, поэтому здесь это так работает. Что интересно, что при всей своей такой неоднозначности, при всей своей внешней строгости, Максим Горький глубоко и чувственно переживает реальность. Многие думают, что Максим Горький – это просто какой-то вот там руководитель, там президент страны, там, ну вот в таком русле. Но Максиму Горькому свойственны еще такие очень глубокие, глубинные переживания, чувственные. Вот сейчас раскрою секрет, да, как можно повлиять на этот тип. Что на него можно повлиять, если ты будешь разговаривать с ним искренне. Искренность и открытость. То есть, если ты попытаешься на него воздействовать жестко, ты попытаешься, ну, как бы, вот как-то его пересилить, там, переубедить, переговорить, там, как-то логически доказать, то есть здесь ты потерпишь, скорее всего, как бы крах потерпишь, вряд ли это получится. Если ты будешь просто мягко рассуждать и при этом делать это искренне и доброжелательно, вот это то, что покоряет этот тип. То есть это то, что его смягчает, это то, что ему нужно, то, что ему нравится, и то, что его очень впечатляет. Его очень впечатляют искренние люди, искренние, открытые,
доброжелательные, нехитростные. Вот Максим Горький, он ненавидит какие-то интриги, сплетни там, вот эти хитрость там какую-то за спиной, там что-то подковровые, так сказать, разговоры вот эти. То есть это то, что Максим Горький не терпит. Слабое место в типе Максима Горького – это неготовность к переменам и неспособность понять, что все развивается само собой, как бы, и все, ну, все, что делается, все к лучшему, скажем так, да, если в народе говорят, вот такая пословица, все, что делается, все к лучшему. То есть Максим Горький, он просчитывает некий план того, как должно что-то развиваться. И если оно развилось не так, то это считается крахом, это считается падением, это считается неким вот таким, как бы, все, стоп-краном. То есть это вот то, что остановилось развитие, то есть у меня не получилось. Тогда как другой тип, например, с интуитивным таким больше с интуитивным направлением, они могут считать, что это некая ступень развития. То есть, да, это вот что-то произошло, и это как-то нас приблизило к цели. Да, или немножко нас перенаправило куда-то. Тогда как Максим Горький будет считать это, что у нас не получилось. Все, и его, как бы, система сливает энергию, то есть он уже чувствует, что все, как бы, я выгорел. Поэтому это еще раз подчеркну, да, слабая сторона этого типа, что очень сложно, как бы, перемены, вот неизвестность, перемены, сюрпризы какие-то, да, то есть они, как бы, могут очень сильно сливать энергию у системы, да, вот этой информационной системы могут сливать энергию, потому что Максиму Горькому нужно четко знать и понимать, что происходит, да, он хочет, чтобы все было расписано, как бы. Ну, а, конечно, все мы понимаем, что жизнь, она не может так развиваться. Никто не может точно сказать, что вот будет так, и будет все по запланированному, да. Сейчас мы запланируем погоду, мы запланируем отношения, мы запланируем какие-то движения, там, отпуск и так далее. Но мы видим, что каждую секунду эти планы меняются, все как-то корректируется и так далее. Также нужно отметить, что Максим Горький в новой ситуации он играет роль такого очень приятного, очень тактичного, этичного человека. Да? То есть буквально он меняется до неузнаваемости. Да? То есть тут он с тобой был таким сухим, твердым и таким неуступчивым, да, и тут, когда появляется новый человек какой-то, или он, ну, вы по дороге идете, встречаете нового человека, или же как-то вот попадаем в новое поле какое-то взаимодействие, то тут же происходит вот такое резкое переключение на очень этичное и очень такое приятное и тактичное отношение. Но он, как бы, играет роль вот такого очень тактичного, приятного, морального и, ну, человека. Это специально сделано для того, чтобы происходила некая адаптация в обществе, да, то есть чтобы вот был некий баланс. Потому что если ты все время интеллектуальный, да, тебе не до людей, как бы. Вот. Поэтому есть вот так, самой природой заложена некая вот такая вот роль. Максиму Горькому нежелательно делать какие-то замечания по его работе. Очень болезненно воспринимает вот такого рода замечания, что касается работы. Да, не нужно давать советов, там, как нужно что делать там, в техническом плане. То есть очень не любит вот такие вещи. Ну и в целом он, как бы, больше за изучение, за знания. Он больше, как бы, вот в эту сторону, чем просто бездумное какое-то вот там трудоголизм какой-то, да, то есть это не про него. Он обязательно должен осознанно делать, вдумчиво, как-то продуманно, там, это все должно быть, не просто какое-то тупое вот машинное производство чего-то там, то есть это ему неинтересно, это не про него. Ну и последнее, что можно сказать, это то, что Максим Горький хорошо разбирается в сенсорном мире, может готовить еду, там, если это женщины, да, прекрасные домохозяйки, хорошо сочетают продукты, хорошо знают вообще все эти дела, хорошо чувствуют. То есть это мир такой вот сенсорики, мир вот реальный такой мир. Он, то есть это человек приземленный, понятный и с адекватными физическими ощущениями. Дорогие друзья, подписывайтесь на канал, будет очень полезная информация. Увидимся в следующем видео.